Спокойно на встрече. Хорош, Влад. Молодец, убирай. Отдыхай, отдыхай. Хороший лек. Пробиваешь? Yeah.
Видите, видно 4 секунды. Плотно придерживайтесь отсюда. Ясно? 4 секунды назад. Если Богдан бросит здесь мяч, Олег, не приходи сюда. Уйди наоборот широко. Дайте ему возможность играть здесь один в один. Его держит человек маленький. Наоборот, играйте шире. Если он будет один в один играть, будет помощь. У вас будет свободная возможность бросить.